Так, запись пошла, как говорится. Старинка, не Дискорд. Я надеюсь, танк перезаходит. Тоже. До танка заебочно искать. Ракомовкуфо здесь? Нет. Скажи, к сожалению, блядь. Съели. Да, я на ИВК. Послушайте этого человека. Просто интересно. Чё? Жень, пошли озвучивай. Трек чистить. Да ничего, а половина не прилетела. Жень, пой. А чё случилось? Да нет, просто всегда было интересно послушать этого человека, который кикает единственного ферала из рейда, блядь. О, блядь. Это по-любому северо... Это ты, да? Северо... Да, северо-запад. Да, 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 это я. Все, только давайте без полемики, без вот этой хуйни, я это слушать не хочу, блядь. Только без всякой ругани там. Пошутить можете? Но... Да не, не, мне просто интересно, мне как-то похуй. Замените, пожалуйста. Я, знаешь, тебе расскажу историю? Я как-то ну, хотел кикнуть челика, мы шли в РС-ку. Ну и там Савиана, и с нее нужно бирсу снимать ханту. Единственный хант в рейде. И, короче, кидается бирса, пол рейда падает, хант не снимает. Я ему говорю, ну тогда РК был, не Дискорд, Дискорда еще не было. Я ему говорю, хант, снимай нахуй бирсу. Мне уже говорят, ой, да ты кикай его, кикай нахуй с рейда. Я говорю, подождите, ребята, хилы давайте захилить. Все, стали захиливать, все бьем. Он смотрит, что захиливают. Я говорю, сейчас он когда словит, Савиану добьем, я его кикну нахуй. И он сразу ливает до того, как мы успели босса добить. Вот. Понял. Ну да? А в чем смысл этой истории? А, смысл в том, что челик пришел заговнить рейд и ливнул, чтобы не ловить себе КД, потому что услышал, что его кикну, чтобы он с КД был. А, ну, это а было... как это на связано с фералом? Единственным фералом, который. Ой, кикнули. Я не знаю, как это связано с фералом. Как ты, Эрдру, нормально у тебя одет? В этом случае просто было так, что у нас вот Ракомбакафо, он собирается, ну, типа, без анролла, в условиях того, что есть все чарки, все сокеты, все абсолютно есть. Если этого нет, то до свидания, ты как король, я понимаю, но ты как РЛ должен понимать, что единственный ферал, который апает, блядь, фури и дает 5% крик, нахуя его кикать из-за блин, ты серьезно сейчас? Ты серьезно сейчас? Я тебе объяснил причину, почему тебя кикали, ты сейчас несёшь. Ты сейчас серьезно думаешь, что ты фирал, а то все, забейте, мне просто было интересно, блядь. Не, я тебя не обсираю, ничего, просто ты сейчас серьезно говоришь, что без фирала нельзя в рейде быть. Просто забейте, я угораю. Все, поугарал, хватит, все нормально. Ты задал вопрос. Мне понравилось, я тоже поугарал, все, заебись. Правду так думаешь или что? Да не, он гонит, это он гуся погнал. Так, давайте-ка разберемся. Этот. Блять, мне очень интересно здесь находиться. Подаван, тихо, давай, сейчас тебе будет интересно, когда мы все убьем, будет еще интереснее. Да давай, давай, да. Это, подаван, твой танк будет. Кто там? Так, по Путинон. Блять, нихуя себе у тебя ник. Путин, ты тут в Дисе? Да, конечно, Путин всегда здесь. Смотри, троих затанчишь. Ну, надеюсь, да. А кого именно? Расставишь метки и скажешь хотя бы? Король и два левых. То есть, ну, король и те петухи слепоглаз и кегля. Ну, все хорошо, их ладно. Понял, да? Все. Значит, ну, ты имеешь опыт, да, что вот слепоглаз на нем будет агро набираться, вот через него играй. Ну, там, соответственно... А, глаз? Погоди, глаз. Слепоглаз. По слепоглазу все, понял, да, хорошо. Он потому что будет на хпала срываться. То есть, ты вот будь готов таунтить. Ну, и там, соответственно, как оно, берсерк и хуяришь по трем целям увечьем. Да, так, я тебя понял, хорошо. Отлично. Первый тролль напулишь на него с пула слепоглаза. Про товар мастер меча и магии. Тут в Дисе. Про товар. Ты, короче, будешь, знаешь, кого танчить. Ты будешь танчить Олма. Частичку на слит на протовара ты танчишь Олма, это значит черепок, мы его будем сливать первым. А ДКшник Эвил, ты танчишь мага. Танчил мага? Ну я думаю танчил. Там задача-то прожиматься постепенно, прожимочки. Хилишь хулипал в ДКшника, частица у тебя на варе, это твоя основная обязанность. Стой поближе к этой стенке, чтобы кегля с той стороны тебя откидыванием не достало. Это очень важно, иначе танк потеряешь. Значит, я буду хилить по протовару орехами. Этот самый подаван, ты орехи держишь на мишке только. Да.
Ну и, соответственно, эрдру, который фирал там 20 кдпс дает. Ты, короче, Бля, смотри. Я тебя бить не переживай, не надо. Хорошо. Это была шутка. Это. Ты, короче, частицы. О, этот, жизнецветы настакивай прям на варе сходу. Потому что. Ты метку, пожалуйста. Вар, сейчас поставлю на метку на вара. Вар это будет у нас квадрат. Он должен не умереть. Мастер меча и магии. Вот. Чисто он, потому что Олма будет на нем там стакаться будет. Вар, смотри, когда эта хуйня стаков больше будет, тогда только шеве давай с пула старайся не отдать там. Крик сначала секунд через 20 с пула, потом после крика сразу шеве. Вот, но потом если сдохнешь, ничего страшного. Так. Я подать могу. Значит, ой, тут там, пожалуйста, бафы, рыбку и... Бафы, рыбку, все это ставьте пока дальше. Лок еще. Лок СС на Холи Пала накинь. Вот. Ну и Ракафо, короче, ну ты тоже по этому, по вару играй исповедью. Ну просто щитки. Угу. Хорошо. Так, ну все, вроде бы все рассказал. И, короче, в ретрике в Диси. Фуфил в Диси, Искана в Диси, вы? Да, да, да. Значит, с вас капля по протовару. Ну, секунд через 20, когда он там, ну, будет это самое жить, смотрите, там, Фуфил первую каплю кинешь. Кинешь, Фуфил, ты говорить Диси можешь? Да, да. Все, скажешь, кинул каплю, и через секунд 10 скана кинешь каплю на протовара после этого. Мастер меча, да? Ну, типа, мастер меча, да. Можешь заанонсить, когда каплю давать? Хорошо, я скажу тогда. Это квадрат. И на мастера меча, да? Да, мастер меча. Он будет все, пизды получать больше всех. Все, чек на пул, первый объем черепа, лок банит собаку, остальных фиряют палы и все. Вот, подожди, не все бафы дали, стой. Там еще кто-то. Я не вижу лапки. Лапка. Друиды, дайте лапу. Друид, дай лапку, пожалуйста. Жека, ты бухнул? А, и у тебя ДК спрашивает еще раз, кого он танчит. ДКшник, ты танчишь крест. Очень важный. Крест. У меня бухла нет с собой. Услышал ДКшник? Эвил, крест, все. Так. ДКшник побежит первый. Ну, Рога у нас там на 5 минут просился, так что без него пульнем и еще. Так, ДКшник, чекаю еще раз тебя, потому что ты не принял. Насчет а Гера, не бойся, они сами еще дадут Геру. Маг. А там Рога АФКшит вроде. Рога, а мы знаем. Он говорил это. Он там пошел это в комнату с червячками. Hard to kill, ты готов? Первый тролль готов? Это лучшая фраза, подавана унесло. Макс спрашивает, Гера спала или нет? Рыба плохая. Сейчас я попробую, подожди. Так, сейчас я попробую. Да там она без специй просто, поэтому плохая будет. Так нормально. Недосоленая. Кто готовил, блядь? Что за хуйня? Сейчас подождите, я еще фласку выпью, блядь. На СПД? Я чё, дай, пожалуйста. Я чё, дам. Вот, когда будет этот Гера, то там уже у мага волнение началось. Гера будет с пула. Пулять будем на счет 3, танки приготовьтесь. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Поехали. Изо всех сил вара захиливаем. Просто оверхилим, да. Где облачко, блядь, держи. Да, игра на PS. Давай, Холи Пал. ДК не сдохнет. Давай, подаван, смотри хорошенько за этим. Щиток на него обновишь, орехи эти земли, блядь. Не проебывай, мишку. Собака побежала. Собака, похуй, сейчас лок уже сдыхает, уже все. Все, вара продолжаем хилить и просто бьем крест. Я спамлю вара. Тотем ставлю. Так, сколько там на те? Дебаф кончился, да, вар на те? Идешь забирать. Ладно, пока кури, пока бей, стакай раскол. Все, просто фаера добьем сейчас. Так, орехи перевешиваю на этого. А чё ты забрал? Мага, зачем ты забрал? Вар, ДК, ставим тебя обратно. Не надо. Ты сильно это... Он у ДКшки меньше будет снимать. Я тем более ему орехи дам. Так. Кеглера следующего будем бить.
Вар, бери короля, отводи там, где сундук появляется. Кеглера подойдем и будем бить там. Прям. Кеглера я на нем ветку поставлю сейчас. Так, все, этот сдох. На Кеглера сейчас и метку поставлю, черепок. И будем все его хуярить. Все хуярим Кеглю. Все, откинул, подбежали, захуярили. Сука, бесит меня, его откинул. Бей, барашка. А, меня с барашка не хочет убирать. Так, ну я Навара обратно. Кто у нас, кстати, эту всю хуйню тащит? А, ну да, вот. Навара кинул щиту. Да кашник просто с лакой бегает там вокруг, смотри в небо там, хуй знает. Думай, что ролить будешь, ну ты там на декатанка. Дарили нахуй. Так, ну и это. Увара, по-моему, бля, я один лагаю, что ли? Да. Нет. Да. Опять ебаный этот какой-нибудь задроченный телек 2 или что там? Нет, это этот... Подряд! Это Россия. Подряд. Ничего, сейчас выпадет что-нибудь, я тебе гарантирую, блядь. Сука, нахуй, ебаная хуй там. Два часа собираешь, блядь, потом выпадает вся хуйня, что надо. Сейчас, блядь, на ДК 5 токена выпадет, 10 молотов, нахуй, и нихуя на шамана. Сегодня в каре был, блядь, 2 токена на ДК, нахуй, я охуел. Подвал. Слава, у нас пинг 1000. Ебать! Я понял, хорошо. А я думаю, что ты орехи. Блядь, да ладно, вы все равно не понял. Просто все зависло, да? Не, ну, у нас, у меня с таким опозданием все это делается. Я просто уже не умею. Чувствую себя дюшей. Ну, развисайте, просто Да. Пора встать на его место. Если развиснет, то развиснет. Если нет, скажете в диси. Не, оно не виснет, у меня с таким просто опозданием это все сейчас происходит. Хорошо. Да я просто сейчас телефон и интернет раздам после этого босса. Сейчас пройдет. Да это ебаный подряд, нахуй, задроченный. Женек, блядь. Жизнь не должна быть идеальной, если ты не живешь с подрядом. Пацаны, короче, это. Подарите мне, блядь, 4 куска на шамана, блядь. Волонир, блядь. 4 волонира на 4 перса, блядь. Пиздец, блядь. Будет охуенно. Все, остался король, вихрь. Пока не подходим, милики, осторожно. Король, у меня вы еще слепого глаза бьете. Ну, у нас уже король. Че, хуярим? Так, миликов, наверное, вообще давать надо. Угу. В принципе, всех. Ну че, напрягся сейчас за ДЦ, нет? Не, я вообще в носу ковырялся. Ну, исповедь кидал хоть в этого? Ну, иногда в себя. Ну, на груле, наверное, ДПС надо будет. Что-то тут ДПС, я смотрю. ШПшники. ХПС, мне второй. Лагает, я вообще ничего нормально не могу сделать. Слушай, никто же залагал. А какой ШПшники, нахуй? У меня 10 тысяч пинг, нахуй. Ну понятно. Во-во! Коба, заебись. ШПшника вообще плохо. Коба, смотри, магом десятку держишь, блядь, охуеть. Ну, это? Да. А, вихрь, вы отбежали уже? О, чё ты не отбегаете, блядь? Лол, блядь, вы что, слепые? Не, вас ничего жизнь не учит. Вообще лол не учит. 4 раза пизды получили. Просто 5 тел, блядь. Охуеть. Товары ему не дают дизарм? О! Че вы надеетесь на себя? Надо отбегать всегда от вихря. Сейчас тем более у него под берсой пуха исчезает, он все равно будет бить сильно от вихря. Вон он руками долбит. Ну 4 тела, я не знаю, что вам сказать, блядь. 2 ретрика. Hard to kill. Так, а БР не надо отдавать, добьем так или нет? Конечно добьем. Нахуя БР отдавать? Во-первых, БР один. Во-вторых, смысла нет. Че, мы на 10 секунд быстрее убьем? Будет 2 БРа, нет? У нас же 1. У нас же 3 друля, нет? А, да. 2. А, 2 окей. 2. Руля 2, БР 1. Да не надо, зачем? Вроде разлагалывает. Ох, ну, дискорд лагает, но все нормально вроде. Вроде касс сразу хилит. Я уже вижу, кто на кубы пойдет там. Мастер вот этот, по-любому, который в спеке ДД там 5К дает. Вот этот вар Тимас пойдет, блядь. Какой-нибудь ШПшник там. Я пойду. Катя не знаю, зовут. У Кати лагает, Катя не была на кубах. Катя то и не пойдет. Ну, Ракомакафо там даст, наверное, 12К, блядь.
Наверное, ему надо подумать. Хотя как бы можно как бы бить полчаса можно. Иногда лучше полчаса побить, чем, блядь, вайпаться с кубами. Мать, а чё? 40 тысяч он мне ударил, так можно было? Сейчас босс упадет. Что? Почему, ну, 40 тысяч? Может, шотнул, может, он критом дал? Ну да, критом 40 тысяч. И ресети людей. У меня кап защиты, ебать. Как. Вот, я ж тебе говорил этот, то он, ДКшник. Вот, на шамана? Твой молот выпал. Еще и молот, вау. Вообще так, вот, я сейчас тогда перезайду, пока вы бьете трэш, релогнусь полностью. Ага, мы пока резаем людей, танки в танках оставайтесь пока. Пока трэш вот этот коридор пройдем, там варс пекнешься в ДД. Потанчит мишка. Ты конролом забираешь? Ну, я пока не разраливаю, сейчас мы это... Магика убьем, уже разролюсь. Посмотри, что надо выпадет еще, может какой-то кусок поинтереснее. Может штаны или грудь. Попрофитнее будет. Да, и статов больше дает. Ну, статы больше. Можно сказать конролом. Тут танки, смотрите, по одному угромили, берите и это. Таунтите его, когда он срывается, таунтите, набирайте его. Потому что они, когда срываются на кого-то рывком, они обнуляют свою агро. ДДшники тоже имейте в виду, там скидывайте агро. Тут ДКшник хорошо танчит, ну ПшКами быстро агро убирает. Ну и по жрецу, конечно, хожу во сне, там сбиваю косты, я пока это. Потыкаю там цепухи какие-нибудь. Ну, кто-то с ДКшников или Рок тоже может позбивать, может заебись. Чтобы он не захитывал. Ой. Если забываю, какая мне кнопка дисплей. На букву Е поставил. Так, ну давайте черепок все будем играть. После черепка крестик. После черепка крестик. Сколкать обдоты всех. Чарж БШ покидут тело. А как за другие классы это звучит? Крылья бабл покинут тело. А за рогу чё? Да можешь отдать интернет, пожалуйста? Могу. Не работает. Да, да, я сейчас перезашла, меня вообще типа вы просто бьете их на месте и урон не идет. Все. Да, вообще выкинула просто. Качели коре с ним этого отрываем. Так, ну ты давай заходи, Женек. А сейчас интернет с телефона раздадут. Давай. Да. Ну, пока я еще... вообще нахуй. Так, ну давайте через... Что там, два жреца? Давайте через жрецов сыграем. Ставлю черепок. Диспелим с него, избиваем косты. Черепок все хуярьте. После черепка второго жреца крестик убьем. Кидай на себя. О, диспелил. Сбил. Ну просто скилл, блядь. Хули сам себя не похвалишь. Чи и крестик. Сбил. Да. Так как я дамаж ВВК. Все, сука, молчат. Диспелил. Ну, последнего пидора. Че, облачко заходишь? Так, ну подходите пока что. Что-то в ШПшнике, да, будет? Ща. Да. Так, ну, уроните две минутки, там, идите умойтесь, там, налейте кофе, выкурите сигу. А, смотри, мне в мишке танком оставаться? Да. Ты будешь на боссе главный танк, второй танк будет за тобой ДК. Ну, хорошо, тогда пока все отошли, можешь объяснить, что там, как его танчит? Увечья... растерзать, нет, я в план, я не в этот, я не про этот, я про то, куда его становиться, ну, центре, куда его ставить. Где он стоит, просто разворачивай спиной, чаржишь, чарж, в центре, все, чарж, я понял, хорошо. Перебежать через него, да, и все. Угу. Вот, все на пулы пойдут в тебя,
Так, и ДКшник, ты в курсе, да, как быть вторым по агро? Оман есть? ДКшник. Ага, ну все нормально. ЛП, 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 ЛП. Так, облачко зашел. Не знаю, кто там сейчас АФК. Ща. Просто чекну, сколько людей. Заходите там за линию. Я просто на мобильный интернет перешла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть людей отошли пока что. Семь. Да я также с телефона раздал, потому что... Сейчас только прогрузит все. Да, огурцы ставить? Ставь, берите огурцы, конечно. Если в завале будете, там, может, огурец едите, спасет вас. Так, сука, жите. Русская без ДС. Да я читал ДИС. Катя, скажи ему, что я читал с ПМ. Кого? Еще раз. Что? А, да это уже давно было, Войт. То он там пишет чат. Просто это огурцы. Угу, берите огурцы. Просто не всегда сподручно хуярить в ПМ там, блядь. Проще через ДИС. Так, значит, мои орехи будут на мишке в этот раз, а твои орехи, подавановские орехи, будут на ДКшнике. Пускай будут на ДКшнике. Мне кажется, у меня СПД побольше в шаме. А просто ты сейчас кому говоришь? Это я шаману говорю, который без ДИСа. А, все. Там его девушка в ДИСе, так что она не передаст. Что именно передать еще раз? Вот на кого мы тянуть? Орехи на ДКшника. Окей. А СС кому? СС на Хэпала. Пока его девушка в 10, там уже орехи раскидали. Да тут, я тут. Так, там тело офнулось куда-то. А, ты, Катя, заходишь, да? Да, сейчас, мобильный интернет грузит. У него просто Discord не прогрузит с мобильным интернетом, у меня хоть много сожрет, но у меня экзамены остались, так что нормально. Ага, ну все, даю проверку. Сейчас, да, прогрузи только все. Вокруг рассасываемся там. Кто умер, тут лох. Кто умер, тут пиво. Спасибо. Главное не залагать в этот момент. Кто в завале умирает, блядь, это минус 50 крову сразу. Сейчас, рыб, поем быстренько это. Так, что-то у меня... Ну, скажи, когда полить. Да, я скажу. Так, пока что Гаруна и Хитровая не приняли готовность. Ведут. Гаруна с Хитровая. Можно рибаф по ДКшнику? Да, рибаф не тело. Каску, хуяску, пристабаф. Пристабаф. Так, Гаруна и Хитровая пока нету. Гаруна и Хитровая. Есть. Так, Гаруна тут, чекаю еще раз. Хитровая, если не будет, так пульнем без него. Она все равно ДПС дает нормально. На мишку на пулевую? Да, все на пулы на квадрат. Путин. Ник. Так, Хитровая тут, hard to kill, ты тут? Что тебе? Лапку дайте, пристабав. Дайте, пожалуйста, лапку, друиды. Спасибо. На счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. На пулы на квадрат. Все на пулы на квадрат. Еще немножко отведи дальше. В кружок. Еще немножко. Так, на ударе земли. Это, ДКшник, а у тебя 4. А, это 4 нету. Холипал, есть массака? С отменой. По скиллу перед тем, как замерзнуть полностью, сможешь дать и отменить себе баф. Если сможешь, Женя, если пошел допыть. Если сможешь, делай. Вот сейчас разбегаемся. Рунжу накапливаем между собой. Вдвоем не бегаем. Друиды, вас же даже не просят точно бафнуть. Просто танк не может скол. Бафнуть. Эрдру, ты в Дисе, который там это. Эрдрушник. Что надо? Дай лапу киньте всем и все. Тык не лапу. А то там ага. ДКшник какой-то без лапы. Хочет ДПС давать. Он все-таки первый по ДПС, так что лапка ему нужна. Ну да, лапа решает. Ну да. Кто первый такой? Сука. Такой, нихуя, кто первый. Ну заебись, ДПС, блять. Интересно, сколько я буду давать, если мне все сердали поставить? У меня там сердалей, может, 5-6 надо вставить. Вообще нет сердалей. Да? А у тебя что, какие камни? У меня там хоста, основном. Тоже можешь хосту перебиться, блядь. Да, она не дамажит хосте. Там 900 хосты набираешь, милики, все дальше уже. На валус, бить, пожалуйста. Смотрите, милики, 3 тика уже получили. Я предупреждал вас.
У меня записывается полностью видео со звуком, блядь. Предъяв никаких ни у кого не будет, блядь. Минус 50 крулу сразу. Умираете в завале, блядь. Это, ну, вы все 50 рулов отнимаете. Завал — это такая штукатурка с неба сыпется. ХП у вашего персонажа в левом верхнем углу экрана находится. Посматривайте туда иногда. Потому что если вы сдохнете, мы можем упереться в то, что танка убьет просто. Но одно тело, ладно, еще смотрите внимательно. Одно тело, может, еще и прощу. Милики, смотрите, там отбегать. Отбежать несложно. Если слева, справа, сзади нету места, бегите в танка, блядь. Главное не сдохнуть вам. 10 секунд удар земли. Да, готовьте. Сейчас максимально все захиливаемся. Прожимочки готовим. Блядь, готовим. Все на фуле, заебись. Щитки по возможности на себя кидаем, шипешники там. А, у нас ЖДЦшник есть. А, нет, шипешники. Шипешники на себя кидаем. Точку, точку, ШП. Кончилось. Так, кто-то вылетел, мне кажется. Гаруна. Гаруна вылетел. Гаруна, ты в Дисе? Хуёво, обмешивай, вылетел. У меня он же в сети. Да, я вижу, что зашел. Но... Надеюсь, тебе не надо с этого босса ничего. Ты на молоток поди. Милики дамажит вас. Кстати, завал потом будет больше. Чем больше стаков у босса, больше будет дамажить. Тёма, hard to kill, смотрите за завалом. Не сдохните. Так. Ну, стаках на 9... На 9 стаках эрдрушник начнешь через жизни цвет играть по квадратику, по эрдру, по мишке. Да я и так через жизни цвет играю. А, ну хорошо. Ну сейчас, в принципе, не так критично, а вот там, чтобы вот эти вот промежутки, когда мы с салом стоим, чтобы жизни цвет был. Да я понял. Да у меня все равно ману жопу жует, так что. Заебись. Так, милики, смотрите, завал, вас прохилят. В сале мы не можем, вот пол хп у вас нету. Мы можем вас потерять просто. Очень внимательно. Прожимайте ложный выпад, роги, ПКД. Паладин, если не уверен, если крылья в КД 50 на 50 сдаете. Если видите, что у вас ХП отнимается, старайтесь выжить. Пила, съеби с завала. Пуфил. Он вроде один тик словил. Сейчас просто уже я много. Не знаю, что вы стоите в одной кучке. Я, блядь, сначала боя, тут один, блядь, в чистом поле стоит. Так, сейчас. Так, на 2 милика, не знаю, убьет их, нет? Повезло. Да, хотел скажу вас не лайпить. Чего? Ух ты. Так, сало пока что. Так, значит, Фуфил. Фуфил, давай каплю по квадратику, по мишке. Как сало придет, сразу же накидаю каплю на дань жертвенности. Если на себе есть этот... Блять. Как это называется, блядь? Ну сдох, ничего страшного, дивизион не будет. А капля. Сдох. Ну, это значит надо 50 на 50 какой-то. Этот. Скана давай в квадрате каплю свою. Сейчас? Да, сейчас, конечно. Ну, желательно, конечно, с баблом или 50 на 50 с чем-то таким. 2 ляма осталось, стараемся изо всех сил. Лям с половиной. Заебашили. На магика портал.
Вообще ни одного токена сегодня не видела. Как, где там Катя? Тут где? Катя. Бля, Катя на 15-м где-то. Старика, он 14 мест показывает. Не, у меня на 15-м я. 5900, сорвай, а так было 7 с копейками без нее. Летим на магика. Ну я пытаюсь, Жень. Пытаюсь? Тяжко, тяжко. Там что-то, сколько, хосты мало же у тебя? Я замечал, мы тогда в ВВК-10 ходили, ты вот неправильно делаешь, что ты слово «Тьмы смерть» ждешь трех стаков. Не надо, нам по КД тыкать, больше ДПС выходит. Ты имеешь в виду этот, слово «Тьмы смерти», ты имеешь в виду у нее 4 Я поняла, о чем ты. Вот, это которые эти стаки идут. Плетение тьмы, плетение. Да, видимо. Первые тьмы, которые. Ты имеешь в виду не ждать 5 стаков, чтобы повешать слово «Тьмы боли»? 3 стака. Нет, там 4-4, ты кидаешь слово «Тьмы смерть», максимум 3 стака можно на тебе висеть. Понял? Ну, так это понятно. Ну, так у нее нет 4-4. Ты просто тыкал реже меня, но зато с 3 стаками. То есть ты, она, когда у тебя откадешивается, у тебя только 2 стака. Гораздо профитнее кидать по КД, но с 2 стаками, чем да? с 3 стаками. Ну, это я не пробовал такую ротацию. Да, с двумя не вылетает, смысл кидать. В смысле, что? Стаками не вылетает Т4, смысл кидать. Стаки не вылетают, просто у тебя урон за каждый стак прибавляется к этому Т4. У тебя даже если один будет стак, ты сможешь кинуть. А, то есть по КД выгоднее кидать? Конечно, нужно по КД кидать. Просто я же говорю, там за каждый стак прибавляется урон, а вылетит оно так и так. А, как раз 12 секунд КД. А висит она, это копится 6 секунд. 6. А, ну понятно. Короче, не, ну по КД ее надо юзать. Да, ты не ждешь 3 стака, ты кидаешь всегда. А нахуй я все рассказываю людям. Сейчас, блядь, зайду, как 15к дам, нахуй, охуеть. Так, все равно я, блядь, хожу на этом базе крестей и просто постоянно падает на ДК, нахуй. Когда на ДК собирал Т4, нахуй вообще. Лок, ты в инсте там, нет? Что-то я не увидел, ты прилетел. Да, ну все, полетели в инсту здесь рядом, все, там шкаф. Что ты говоришь, облачко хоста не нужно? Ну вот, вот. Наглядно говорю, что нужно. Нахуй не нужна эта хоста. Согласен. Там Т4 надо. Смотри, у тебя надамажило 500 тысяч Т4. И че? Ну а тебе, ну, это грубо говоря, ну, ну, ну побольше, чем у меня. У меня без Т4 надамажило. Т4 это твой не основной урон. Тыкайте на сумон там возле шкафа, блять. Чтоб всех сюда засумонить и захуярить все это уже. Сейчас Т10 выйдет, вообще Т4 надо выкинуть. Оно выйдет Т10 летом, нахуй. Ну да нет, я думаю. Во-первых, появится ЦВК-контент, и ты не сможешь купить за УД ни Т10, ничего не сможешь. Сразу покупается Т10. Первый же день всех серверах. Да с чего мы беру? Ну Т9 тоже сразу покупается, они. Ну хуй знает. Мне кажется, они ведут просто как просто. Оно именно стоит, поэтому да. Все сразу копят ОД. Стоить будет так... где-то перчатки 12 тысяч, по-моему, а остальное по 15, что такое. А что делать челикам, у которых 3 спека, блядь? Покупать на все 3 спека, в чем проблема? Вот копить ОД. Коплю, блядь, как могу. Пошли, мне на ДК 112 тысяч ОД мне. Два танка. 62 тысячи. Сейчас по хилу, по хилу очень внимательно. Я вот не знаю, ну это, ты в ШПшнике сейчас. Так, ну что, все, пуляем? Или... Да, иди пуляй. Три моба. Только больше не пуляйте, три моба разъебываем. Там будет огонь такой, из него надо выходить, огненный дождь. Очень внимательно смотрите. Если вы с него не выйдете, то вы помрете. Сейчас по хилу очень внимательно, хилы будьте, потому что будут просадки очень жесткие, если люди в огне будут. Ай, заберите. Уже все сбрасывания агро отдал. Буду подождать, чей голос, блядь? Это у тебя это, у панды такой? Да. Жесткий вообще. Мужицкий такой, блядь. Панда вообще. У бабы панды, наверное, получше голос. О, спасибо, подаван у него вроде панда. У баба? Да.
Ну что, получше? Не знаю. Подаван. Где он там? Ага, не в Дискорде, ты ему напиши. А, ну да. Блядь. Нет времени пока что. Так, на кубы. Чё, блядь, давать плюс 5 укролу за кубы, нет? Пусть знает. Сейчас все на кубы. Хули толкнуться, не падает нахуй толкины, нихуя. Ты говоришь, сейчас все на кубы. Ну, желательно, конечно, кто поменьше дает ДПС и кто точно нажмет без всякой хуйни. Тогда это ну, точно я. Получается, я получается на кубы. Кто это? Кот? В смысле, другие. Ну, я могу и кота превратиться, да. Только фласки там не забудь, блядь. Я буду кем ты скажешь сладкий. За 5 кола. За одну фласку на АП, блядь. Вообще идеально ДКшников ставить. Они когда зеленку нажимают, и потом нажимают куб, стаки не копятся. Да, зависит. Только им, чтобы зеленку нажать, сначала гору надо проебать. Чё надо? Сначала гору надо прокричать. Ну, естественно, ты прокричишь. А у тебя так и так копится потихо сегодня. Потому что тебя друг хилит. Друид его не будет хилить, потому что у него хп еще фуловый будет, если он на кубе стоит. Он в начале его же, ты же в бою будешь участвовать в начале. Да ну это Unreal, по факту. Всегда на ДК прожимаю каждому кубу зеленый хуй. Так, что там надо спулить, да? Там кубы не так жестко дамажат, все равно. Вон там мобы бегут какие-то. Сейчас еще два моба, три добьем. Смотрите, из дождя выходить. Золотого. Меня поражают люди, которые в трех мобов кастуют массово. Типа, зачем? Чтобы напулить? Уж он дотки навесил. А, это ха. Ну, да, разные да, бывают. Ты прав, согласен. Ты знаешь, я видел ШПшника, который в два моба нахуй сушение кастовал. Да, на плесте. Это вообще, ну, первый по ДПС был, конечно. Он просто так, знаешь, типа уже на автомате. Я знаешь, я такой более идейный. Бегаю такой, сначала дуатки накидываю, потом уже иссушение. А тот иссушение просто харит, первый был по ДПС. Так, что мы здесь будем делать? Вы пока что подумайте, какая тут тактика, а я пока расставлю. О, блядь, надо релогнуться. Сейчас я релогнусь. О, блядь, что-то интернет отвалился. Ладно, спасибо всем. Токены я забираю, пошел, да? Да похуй, я отрелю, мне такой этот нужен босс. Да? Да не, я релогуюсь, у меня метки забагались. Короче, на метки. Кто там? Катя, не слагаешь ничего? Куда, на кубик? Да. Слагаю. Я нашел на интернете. На мобильном. Фиг его знает. Сейчас разберемся. Лучше не надо рисковать. Так, значит, Мишка и ДКшник будете в танке. ДКшник будешь на боссе. Мишка будешь на кубе. Там Рога просится на кубик. И паладин. Так, я пока что поставлю метоньки. Блять, ставься, сука. Так, ДКшник знаешь, как ставить, да? Ну как поставишь, так и поставишь, похуй вообще. А, чтоб тебе удобно было. Так, Мишка, будешь стоять на кружке, Мишка. Я тебе даю кружок. Так, кто там хочет, говорит... Тила хочет, да? Дорога, паладин хотели, там Женя вроде хотел, вон ДКшник хочет. Тила, звездочка, Рокомакафо, давай Луна тогда. Луна. Эрдру, северо-запад. Ты стоишь между Луной и звездочкой, хилишь Рогу и Рокомакафо. Ну, чтобы они не сдохли, это твои челики. Холипал, хилишь Ромбик. И треугольник. Частицу на кого хочешь из них. Либо... А этот, Эрл, слушай, я отошел. Скажи еще раз, на Мишке мне что делать нужно? Мишка, стоишь на кубе, кружок, метка, платформа. Просто куб нажимаешь. Все, хорошо. Сначала там трэш потанчишь с ДКшником, а потом на боссе. Да, я понял, да, знаю. Ага.
Что-то я, блядь, сильно объясняю духа. Так, еще два тела на кубы. Кто там хотел? Пал какой-то, скана. Так, скана. Может, поближе меня поставишь, я подамажу, там 1008, да. Давай, 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 ты на треугольник тогда. Скана на луну. Ты на треугольник. Это, слушай, у меня АДБМа нету. Поносишь, пожалуйста, когда там надо будет кубы включать, хорошо? Да, хорошо, это кто, скана говорит? Или кто? А, это Мишка? Нет, нет, Мишка, Мишка, Мишка. Хорошо, скажу. Ну ты там недалеко возле платформы стой будет. СС кому? СС этому, Коли Палу. Так, и ромбик остался. Кто там прислал? Hard to kill. Точно хочешь на куб? Ну ладно, hard to kill. Где ты там? Так, ромбик. Тут и ДПС в льду хрядаешь. Так, кубы поставил. Так, мои орехи будут на ДКшнике. А, этот самый. Ты орехи свои подаван кидай, знаешь, на кого? Кто там у нас? На Ракомакафо кидай. Он на треугольнике стоит. А, Слит, я ему передаю, все нормально. Он в Дискорде, можешь сказать. Ага. Так. Геру я на мобов сдам. Мобов зауешим просто. А, ДКшники... Слава, Галон, Слава, Галон. Он написал, что дал орехи на кого-то. Зачем Геру на мобов давать? Ну, хочешь, не на мобов дадим. Давай не будем давать. Хорошо? Давайте проверку. Заходите за линию сюда, в комнату. Массовыми заливаем? Да, масса, абсолютно масса. Сбиваются косты. Хожу во тьме, рога и 10 ДКшников. Сбиваем косты мобам, стрелу тьмы. Так, все готовы насчет... Моя звездочка. Тила говорит. Да-да. Да, Тила, твоя звездочка. Насчет 3 пуляйте танки. Раз, два, три. Все разъебываем. Смотрите, осторожно, там не врывайтесь. На пол сейчас дадут. Чаротворцев ближе подвиньте, сбейте им каст. Все, там в элементале остались, просто старайтесь ДКшники их на себя забрать, там войско, потому что пропадет, а агро, которое вы добираете, останется вашим, типа. Так что все равно набирайте агро, когда под войском мобы стоят. Все, все мобы умерли, до босса 40 секунд, 45. Стоим. Обновляем рекаунт. Так, ну ДКшника, да, рекаунт. На ДКшника я поставлю черепок, чтобы было видно, где он, как он стоит, чтобы милики не вставали в него и не умирали от рассекающего удара. Босс перед собой бьет рассекающим ударом. Как же классно, что можно стоять на сферах. Да, иногда надо отдыхать. Орехи на Ракомакафо. Подаван написал. Угу. Отлично. Правда, я в тучке буду себя прожимать, но плохо. Да. Там как бы хапал вас хилит, там танк Мишка не сдохнет точно, и дружка там метки две хилит. Все заебись. Все. А, ну не бейте его сразу, дайте его поставить. Катя там уже с двух ног влетела. Сейчас как раз... Да от меня дамага-то немножко. Северо-запад, что с тобой, блядь? Хиль себя, хиль себя. Огонь словил? Хиль себя, не умри. Я просто смотрю, плашка опускается. Я РЛ, я должен переживать, блядь. Всегда переживаю, когда люди играют. Так, внимание, у меня не работает ДБМ. Не знаю, когда будут эта хуйня. Либо линкуйте. Через 20 секунд. У меня работает. Все, это, анонсите, потому что у меня абсолютно никаких полосок нету. Странно. 10 секунд осталось до куба. Готовимся. По платформе. До конца держим.
Да, до конца. Вас все прохиливают, всех абсолютно. 5 секунд, подойдите к кубам. Готовимся, стоим возле кубов. Босс в цели выбран. Как начнется каст, нажимаем. Нажимаем. Отлично, держим. Это было сложно. Ну да, пиздец, я вспотел, блядь. Там подбежишь, кружка подхилишь чутка ходками, там пару наложений кинешь. И дальше между теми двумя метками. Где он там стоит? На кружке Мишка стоит. Ой, северо-запад, блядь. Зря ты меня туда повел. Мишка, аккуратненько попробуй бэрнуть. Ага, вставай. Ой, да я и так знаю, все нормально. Все имеры полежали. Ну то вдруг ты решишь полежать, там, подождешь, там, разные бывают. Вот, это когда Гера там спрашивает. А, Гера, ну сколько там, да? Сейчас откидывание будет. 15 секунд до вспышки. Сейчас будет откидывание, и после него сразу будет это, через 3 секунды этот самый. Вот сейчас я и дам Геру вам. Сейчас откидывание кончится. 10 секунд. 5. Подойдите к кубам. Дал Геру. Сейчас готовьтесь. Прожимаем. Прожимаем. Отлично. Держим. Пожалуйста. Что-то я не понял. Кто-то отпустил, что ли? Если любишь, отпусти. У меня важная роль, я буду огонь этот обновлять. Ну чё, такой огонь? Лужи, лужи как? ДК на полу просит. Какой ДК? А нахуя? Тебя там кто-то догонит. Тебя никто не догонит. Да, в таком отрыве, ебать. А если просит, дадим. Да, давайте. 20 секунд, купа. Вот этот рога вообще охуенный челик. 10 секунд до кубов, подойдите к кубам. Готовимся на кубах. Внимательно смотрим на босса. Нажимаем. Давай. У меня на X2 был один раз вайп, когда по какой-то причине вот этот стан, который с потолка падает, совпал с таймером, то что надо кубы прожимать. И было так, что он кастанул, ну, каст этот дал, и потолок дал стан по рейду. Ну, просто выпали. Ну, так, следи за здоровьем босса. Ну, 30 будет там. Да, да. Будет ивент, что типа это. Сейчас посмотрим, сколько до кубов еще пока 40%. Ну, так тоже, по-моему, когда первый раз сюда пришли, вайпнулись. Ну, это у меня один раз было, это прям... Оно как-то еще должно быть это... То ли там как-то тайминг сбивать, то ли что, блядь. Так вот один раз мне повезло. Так, что там до кубов? Скорее всего. Знаешь, что? Звезда, уйди, блядь, с подиума. Это звезда, осторожно. 10 секунд до кубов, подходите к кубам. Ждем кубы. Нормально, да. Нажимай. Ой, тебя кто дамажит? Подаван, блядь. Огонь какой-то словил. Главное, с огня выйди. А с потолок будет падать. Так, ну на потолке там просто какие-то пружинки с дубовой кожи, там только всю хуйню можете отдать. Меня больше беспокоит, что подаван у нас дамаг получает почему-то. Да я ему передала, я не знаю, слышал, нет? Ну какой-то дебаф на нем что-то висит, посмотреть. Ну он огонь типа ползунул. Ну смотри, сбил. О, у меня таймер сбился, если у кого-то есть, там какой-то. Смотрите, если у кого-то есть таймер, следующую, или просто ждать было. Так, навскидку плюс-минус 10 буду говорить. Подаван урон получал, потому что он куб нажимал. Не. В смысле, нем этот дебаф только что упал. Ты-то вышел, но дебаф остался. Дебаф, да, просто. Да. Его нету в дискорде. А, подойдите к кубам, где-то через секунд 10 будет. Готовьтесь, стойте возле кубов в 2 метрах, чтобы быстренько нажать. Скорее всего, еще один раз или два надо будет нажать. Вот, после откидывания ночь будет. Там, возможно, будет еще раз в конце самого.
Ну что там? Скоро будет. Может быть, даже один раз дождем на это время. Все, нажимайте. Пять лямов. Что-то. Там по 40 секунд. Добиваем. Готовьтесь, если что, рядом с кубами будьте. Лям. Но он еще все равно может на шот. Хотя там какой-то пау бабл нажмет, уже доты перейдет. Все, 100 тысяч уже на мужика бьем. О, сюда ее. Опа. Че там? Да ну! Посох хочешь, да? Так, давайте. Ну, посох можно, да. С этого босса, значит, поехали, ролл начнем. Мешок ролим. Так, где у меня там ролл, блядь? 13. Поправьте меня, если я вдруг неправильно скажу, там 95 hard to kill, да? Ой. Да. Так, hard to kill. Четвертая патия. А, или третья? Третья. Дальше. Обоссанная сумка никому не нужная. Надо кому-то? Даже ролик перехотелось. Мастеру меча отдаю, там еще кому-то передашь. Вон там винду дай. Голова. Блять, а голова есть, оказывается. Я же как-то выраливал. Ролики голову. Так, значит. Вижу 79 два ролла. 83. Ферита. Ферита. Так, где ты? Вторая патия. Ферита, ГЦ, ферита. Топовое кольцо. Так, топовый посох. Ролим. Женя, стой! Херсти. Топовый ролл. Маг. 93. Так, где ты? Вердишь. Дальше. Глефа. Так, у Вердиша свечение, ладно. У него 32-я она. Это 45-я посильнее будет. Было бы 45-ю, но ну, смысла не было эту хуйню ролить. 87, первый тролль. Путину отдай. Не, не особо нужно. Хорошо, отдаю Путину. Ой, спасибо большое, тролль, спасибо. Так, Путину. Ну, странный ник у тебя. В смысле странный? Прекрасный ник, я просто патриот. ДК, ДК, маг, лог, ролики, грудак. Всем спасибо за рейд, спасибо. Давай, взаимно. Приходите еще. Вердиш 75 пока что вижу, больше не видел. Нет, не больше никого. Так, все, Вердиш, 75, да. А, вон, 85, подожди, выкинули, стой. Я надеюсь, ты еще не отдал, вон 85 ДК выкинул, пока, Гаруна. Пока не отдал. Так, Гаруна, первая патия. Закидываю. Ура, ты 4, бля, такой. Вердиш почти. А там еще ведь вроде один есть, подожди, если у тебя, конечно, не такой. Так, сейчас, может, они там как-то поменяются. Сейчас я линкану, вот этот штаны ролим кусок. Вот штаны надо. Ну-ка, давай. И ферита, это лучший ролл, мне понравилось. Блядь, не кидайте, не кидайте, прекратите. Давай я кину. Нет, нет. Ставлю на себя звездочку. Обмен. Первый тролль 89. Обмен звездочки, давай первый тролль. На штаны. Следующая вещь. Это топовый. А, нет. Это вообще не с того места. Это топовые вот наручи. И удачно. Топовые наручи. Скажите там, кто выиграл, пока обмен даю. 96 вижу. Да, 96 будет. Все, перчатки надо тебе, Скара. Дай, давай, дай, давай. Так, даю тебе на. И будет 4-4. Ну, поздравляем. Так, молот Нару. Там декатан, вау, декатан, это интересно будет. Декатанк ролит у нас.
66 и еще кто-то. 66 пока максимум. Да, а тебе зачем, да, подаван? Давай, обмен. О, стой, 90, Гаруна. Гаруна, 90. Гаруна, 90. Гаруна, ты это... В конце кидает больше всех. Может, тебе не надо? Ты во фросте шел, я смотрю, ты с двумя одноручками. Ничего мне не писал по этому поводу. Он мне писал, что на танк король. Гаруна, прием. Я... Что-то пишет. Переведите, пожалуйста, на русский. Я... А, две ручки нету. Двуручки нету. В радио. Подожди. У это другой спек. Это где носят одноручку и где двуручки. Это два разных спека. Блядик. Да. Ну, все, я отдаю Эви... Отдаю Эвилайн. Все видят, что ты в этом во фросте. У меня полностью видео все записано. Эвилайн отдал. Дальше. Тапки. Надо кому-то эти обоссаны? На кольчуга, подаван, подаван, подаван. У меня там 26-е с двумя дырками, я бы их... О, хороший ролл, хороший. Я тебе закину. У меня с двумя дырками получше, надо будет. Ещё-то хорошо кинул, 95. Ага, когда ролит в одного. Ну и какие-то перчи обоссаны. Хотя не такие обоссаны, вроде бы кольчуга с двумя дырками на Энха на какого-то или на Ханта. Нормально. Да чекай, сейчас подаван опять выжить будет. Смотрите, кому надо, я просто не знаю, надо оно мне, нет. Я типа... Я же говорю, подаван опять выжить будет. Давай я тебе закину, потому что я вряд ли буду Энхом прям дамажить скоро. А он Энха хотел сделать. Ага, пока. Ну и всё. Давай. Всё, шмот кончится, плещ я забрал на Аршаму. Все, всем спасибо, всем до следующего раза. Спасибо. До свидания. А где маг у нас был прекрасный такой? Коба, который или который уже вышел? Не знаю. Если ты продавок, ты...